Среди камбоджийских джунглей прячутся руины древнего храма Самбур-Прейкук. Он состоит из нескольких сооружений, построенных в 7 веке и позже. Еще недавно туристы в основном обходили вниманием этот археологический комплекс. Однако власти и местные жители надеются, что вскоре Самбур-Прейкук станет популярной достопримечательностью. 10 июля этого года исторический памятник внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. История этих двух заброшенных храмов очень интересная. Я узнала о них в интернете и надеюсь, что туристы со всего мира также узнают о них. Сейчас сюда приезжают в основном камбоджийцы. Раньше они и правда не знали, что здесь есть древние храмы, которым 1400 лет. После включения в список ЮНЕСКО в Самбур-Прейкук сразу стало приезжать больше гостей. Чем больше туристов, тем больше я зарабатываю. Раньше работы здесь было мало. Если международные СМИ побольше расскажут об этом месте, то, надеюсь, в Самбур-Прейкук приедет много новых путешественников. Храмы находятся на территории древнего города Ишанапура. Это одна из бывших столиц царства Ченла. Религиозные сооружения здесь строили вплоть до X века, когда правила уже Кхмерская империя. Ее также называют Ангкорская Камбоджа. Камбоджийцы приезжают сюда со всей страны. Думаю, большинство из них узнали об этом месте из СМИ. Я горжусь своими предками, которые построили эти храмы, дожившие до наших дней. Самбур-Прейкук стал третьим объектом всемирного наследия в Камбодже. Дату его внесения в список ЮНЕСКО в стране объявили национальным праздником.